Мне кажется, что этот купальник, он вообще идеален для дамы, у которой прям тяжелая объемная грудь. За счет, вот, наверное, крой. Идет как топик сверху, соответственно, здесь есть чашки, которые держатся самостоятельно. Угу. И очень модные плавочки. И вот эти вот красивые кольца, которые являются таким классным акцентом. Ну и принт классный. Он смотрится вообще просто. Настя, как тебе вообще в этом купальнике? Во-первых, я чувствую себя очень уверенно. Мне не трут, не давят, не перерезают лямки и плечи. Очень удобно то, что, в принципе, поскольку грудь большая, она тяжелая, веса груди вообще не чувствуется, потому что он как-то так равномерно распределен. И, во-первых, не сковывается движение. Даже вот если руками так поделать, угу. Плюс тут есть еще возможность перестегнуть крест-накрест, если тебе надо еще более сильную поддержку. Нужно точно знать, что она у тебя не выпадет на пляже. Да. А попрыгать можешь? Грудь в безопасности. Супер.